пропустили. Будьте внимательнее. Что у нас? Похоже, здесь все чисто. Отряд 4 ищет атлас в туннелях. Сосредоточиться и прочесать территорию. Убить всех, кто еще шевелится. И по возможности работайте ножами. Берегите патроны. Thank you.
хитрые. Поди понаставили тут ловушек. Боюсь, я убью все, что движется. Просто не торопись и будь на стрелке. Только отвлекает. Трусы. Ублюдки. Развяжи меня. Я перебью их всех до одного. Успокойся, Софья. Столько крови пролилось. Столько наших погибло. Может, твое племя довольно настрадалось? Это все, что мы знали. Я ошибалась в тебе, Лара. Скажи мне, чем вам помочь? Нужно отвезти остальных в укрытие. Но вход в катакомбы перекрыт. Я его расчищу. С тобой все будет в порядке. Я в порядке. Ничего со мной не будет. Помоги остальным. Надо отдохнуть. Дай отдышаться. Тихо, тихо. Спасибо. Мы отведем вас в безопасное место. Только держитесь. Скоро все закончится. Должен быть способ выбраться. Я не могу открыть ее отсюда. Она должна быть заблокирована с другой стороны. Сохрани спокойствие. Постарайся не двигаться. Не шевелись. Лара, мы должны найти способ миновать завал. Возможно, получится открыть проход отсюда. Катакомбы. Там нас не достанут. Что-то вроде оружейного склада. Должно хватить. Древний амулет в форме оленя, вырезанный из рога. Может, ценная вещь, а может, просто детская игрушка. Отойдите от двери!
Спасибо, Лара. Они пока укроются в катакомбах. Я знаю, что ты ищешь святой источник. Но мы скорее погибнем, чем отдадим его. Твои люди уже гибнут. Вы не сможете защищать его вечно. До сих пор удавалось. Но пока что... Я рада, что мы союзники. Они приближаются к башне. Там остались люди. Отведи остальных в укрытие. Помоги им.
здесь. Но по нам открыли огонь с вертолета. Попробуй как-нибудь привлечь их внимание. Предоставьте это мне. Я справлюсь. Yeah.
ублюдок! Мы встретили первую... Мы направляемся в катакомбы. Нужно подкрепление. Ой! Что это было? Come on.
Нужно подкрепление. Понял. Она здесь! Ты чертовски прав! Яков, они ушли. Боюсь, это еще только начало.
Расскажи мне об этом месте. Ты заслужила право знать. Пойдем. Давным-давно пророк принес святой источник в эту долину. И чтобы его защитить, мои предки построили Китиш. Для чего? Что такое святой источник, Яков? Реликвия давно забытых времен. Мы верим, что он содержит частичку души Бога. По легенде, те, кто увидели источник, обрели бессмертие. Но он всегда притягивал к себе алчных до его силы. Троица. Да. Они стремятся поработить весь мир. С источником их солдаты станут неуязвимы. Тогда помоги мне найти его раньше них. Это не твое бремя. Еще как мое. Из-за него я лишилась отца. Пустоту внутри тебя нельзя заполнить, Лара. Только отпустить. Я найду его. Так или иначе. Стой! Софья, отпусти меня. Я должна это сделать. Ты проливала за нас кровь. Я хочу помочь. Ты знаешь, где Атлас? В соборе. В архивах под ним. Но идти придется одной. Почему? Что там такое? Там иные. Бессмертные. Они убьют любого, кто войдет. Отец верит, что они остановят Троицу. Я не могу рисковать. Я знаю. Вот. Возьми. Это поможет тебе добраться до собора. Лара, если пойдешь к собору, берегись. Там полно солдат Троицы. Я знаю, но выбора нет. Сколько насилия, сколько смертей. Но, несмотря ни на что, люди Якова продолжают сражаться.
Их связывает клятва, данная их предками. Долг, перешедший по наследству. Но я вижу, что они просто хотят жить в мире. Думаю, им пора расстаться с прошлым. Если мне удастся найти Атлас, я смогу забрать отсюда Святой Источник. И им не придется больше страдать из-за него. Они смогут поделиться бременем правды с остальным миром. Но если все окажется впустую, не знаю, что тогда делать. Молодежь, вы смеялись, когда учились читать, говорили, что для охоты это не нужно. Но вот вам урок. Все взаимосвязано, а я всегда права. Для тех, кто понял, сколь глупо упрямство и могут прочесть эти строки, первое задание. Выследите, поймайте и освежуйте любого мелкого зверька из долины. Зайца нетрудно поймать где угодно в любое время дня, как маленьких русаков в нашей долине, так и беляков в горах. Белки держатся ближе к деревьям, а в непогоду укрываются в гнездах. А если захотите найти крысу, ищите в развалинах или там, где покоятся тела павших. Пожалуйста, не надо нести мне крыс. Живо, это радует. Мы доставили большинство раненых в укрытие, но враги вернулись. Они захватили верхнюю деревню. Там, внизу, в долине, есть еще наши люди. Они организуют сопротивление. Нам всегда пригодятся лишние руки. Если хочешь вернуться, будь осторожен. Пришлось его оформить. Они сажают их обратно в старую тюрьму? Только тех, кто может что-то знать об Атласе. Константин собирается задать им несколько вопросов. Остальных они держат около собора. Готовится ли Силуха?
должно быть они. Я надеялся, что бросят жребий, кому поручить эту работу. Ну ладно, ты давно на службе? Пару месяцев, но на Мокруху впервые вышел. Я уже давно не участвовал в таких операциях. Подрастерял хватку. А ты? Я работаю на Константина уже около года. Меня старый кореш порекомендовал. До этого я работал на Киевских, но пришлось свалить из города. Здесь всегда какая-то возможность. Это особый случай. Наслаждайся моментом. Обычно мы работаем куда скромнее и скрытнее. Жалко. А я только вошел во вкус. Да, не знаю. Что-то тут не так. Начальство какое-то дерганное. Обычно они все такие деловые. Думаешь, они нам что-то не договаривают? Тоже не знаю.